И вот самаряне толпою народа колодцу пришли ко Христу, услышали слово, и слово святое с любовью приняли его. Услышали слово, и слово святое с любовью приняли его. Конец богослова. Слава Христу. А мы знаем, дедушка, такую песню, только мотив немного другой. Она очень божественная. Спаси Христос. Я не знаю, как это. Это по Евангелию как раз. Ну давайте споем все. Ну он ее всегда поет. Как еще бывает, какой праздник, 100 грамм выпьет венца. И всегда нам ее поет. Дедушка, еще раз спойте. Почетче. Под тенью навеса, под деревом гладким сидел у колодца Христос. Пришла самарянка в обычном порядке, полнила свой водонос. Христос попросил поделиться водою, она же сказала в ответ: ведь я самарянка, с вашей средою общения, кажется, нет. Ведь я самарянка, с вашей средою общения, кажется, нет. Если б ты знала ту воду живую творит, сама бы просила, сама бы сказала тому, кто с тобой говорит. Сама бы просила, сама бы сказала тому, кто с тобой говорит. Колодец глубокий, как воду живую, можешь черпать из него. Отец наш Иаков дал воду простую, неужели ты больше его? Отец наш Иаков на воду простую, неужели ты больше его? Христос сказал: позови сюда мужа. Ответила: нет у меня. Ты правду сказала, ты пять их имела, и этот не муж у тебя. Ты правду сказала, ты пять их имела, этот не муж у тебя. И вот самарянка бегом побежала, забыла за свой водонос. И встречных встречала, и всех приглашала, идите, явился Христос. И встречных встречала, и всех приглашала, идите, явился Христос. И вот самаряне толпою народа к колодцу пришли ко Христу, услышали слово, и слово святое с любовью приняли его. Услышали слово, и слово святое с любовью приняли его. Конец богослова. Аллилуйя. Сегодня мы приехали в городе Шахты, и вот сейчас был ужин, и дедушка Николай взял гитару и вспоминает, как нужно играть на ней. Вспоминает свою молодость. Вспоминает свою молодость, да. Да. Как играл на гитару. Но он играл на семиструнке, но определил сразу, что шестиструнка расстроена. Да. Ну, Витя сейчас сзывает. Витя сейчас сделает. А, ну здесь строй-то свой особый.